потому что еще на руках меня носить. Это обязательно? Носить или обещать? Восторг, одним радость, словом, непрерывность постоянная, то есть идет рост постоянный. Да, наверное, скорее какой-то рост постоянный. Активность, ну, чувствуется в их поведении, что они энергично они подходят к жизни. Они друг друга подталкивают к чему-то новому постоянно и меняются всегда в лучшую сторону. Очень такая активная, то есть она пришла, я ее увидела, она сразу быстро пошла, сразу была на движении, там все, пошли, там я, то, все, очень активная. А когда увидела Илью, это была такая немножко другая сторона Милы для меня, потому что он тоже вроде активный, но совершенно другой, то есть вот они такие разные, и при этом как будто одна сторона, ну вот две стороны чего-то одного, это было очень интересно, то есть такие два активных, но очень по-разному. Я когда увидел Илью впервые, я очень обрадовался, потому что увидел в нем качества, которые знаю в себе. И те, которых мне очень не хватает в окружающих людях. Первое, я помню впечатление, это вопрос, ну, большинство людей задают вопрос, почему я не смогу этого сделать, когда ставят себе долгосрочную цель. А Илья тот человек, который спрашивает, как я могу это сделать, ищет варианты и максимально использует ресурсы. Мне это очень импонировало, ну, импонирует сейчас. А второе, мне понравилось, что он умный, он задумывается. И ну, с ним действительно интересно поговорить, причем не просто о том, какая погода, природа, а о чем-то более таком насущном и проникновенном. Мечтать и строить планы. Вот, как я знаю Илью, чем более невероятный какой-то план они придумывают, чем более невероятная мечта, а оказывается, вдвоем они это все реализовывают. Вот, не останавливаться, а придумывать новые какие-то, не знаю, планы, перспективы, какие-то сюрпризы друг другу. Я желаю
наверное, чтобы преодоление препятствий, оно еще более сплочало, и чтобы это тоже радовало, как закалка, как что-то, что воспитывает их характер. Когда все хорошо, тут нечего желать, тут и так все хорошо. Когда приходят трудные моменты, тогда я желаю, чтобы они также целеустремленно и посвященно преодолевали это, и в этом возрастали, и сближались. Поэтому я, для меня просто, я не знаю, как, я не могу представить Илью без нее. И это действительно приятно осознавать, что двое человек настолько подходят друг другу, что одного без другого уже существовать просто не может. Однажды друг друга никогда не могли потерять. Чтобы только, как говорится, смерть разлучила их, ну то есть я им это очень желаю. Пусть живут в мире и согласии, в достатке многие лета, и хорошими, и деток пусть их проводят. Ну а я еще хочу пожелать, чтобы мы всегда гордились ими. Вот, пускай они для нас всегда будут. Когда-то мы были для них примером для подражания, пускай теперь они будут неким таким для нас примером, чтобы мы не застаивались, не зацикливались в своей жизни, а тоже стремились, вот, развивались в будущем. То есть пускай они для нас будут примером для всех. Да желательно, чтобы хотя бы родители повторили. Там, по-моему, всего с избытком. Все, что есть, отрицательного я ничего не вижу. Все только положительно. Ну, естественно, охота внуков, независимо от того, какие они будут, девочки или мальчики, мы любым внукам будем рады. И, конечно, хотелось бы нам, как родителям, мне в частности, чтобы девочки были похожи на Люсю, такие же целеустремленные, красивые, умные, а внуки теперь, чтобы были похожи на Илью, вот. Я думаю, что гены не подведут, и они повторят хотя бы родителей. Thank you.
έρθει σε αυτό το υπέροχο μέρος για να γιορτάσουμε την ένωση των δύο γενναίων δυνατών και γεμάτων με αιώνια αγάπη ανθρώπων. Σε αναζήτηση της αγάπης τους έχουν περάσει 1000 χιλιόμετρα σύνορα χωρών που έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Για να είναι μαζί έχουν κάνει τα αδύνατα δυνατά. Αλλάξανε ζωές, τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Я клянусь видеть всегда тебе ту единственную, самую красивую, самую великую женщину, которой ты для меня являешься, являешься сейчас, являлась и будешь всегда. Я клянусь тебе мыть посуду чаще и готовить чаще, потому что я знаю, что тебе это нравится. Я клянусь не ездить быстро на машине, когда ее куплю, потому что я хочу, чтобы ты не беспокоилась о своем будущем и обо мне, потому что я знаю, насколько для тебя это важно. Я хочу, чтобы ты всегда чувствовала комфорт, когда мы вместе. И когда мы не вместе, и была уверена в том, что сердцем я всегда рядом. И я хочу сказать тебе, что я понял, что если хочешь идти быстро, то нужно идти одному, но если хочешь идти далеко, то нужно идти вдвоем. И я хочу зайти настолько далеко, насколько возможно именно с тобой. Оберегать тебя, создавать тебе уют. Делать твой тыл безопасным, надежным и таким, чтобы ты мог вести наш корабль дальше за горизонт к новым свершениям, новым мечтам, о которых мы сейчас еще не можем подумать. Я люблю тебя, и это не изменится. Θυμάστε ότι όταν είστε ενωμένοι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Σας ονομάζω Ανδρόγυρο. He's your bride.
Она очень особенная, на самом деле. Я думал, что я это скажу как-то иначе, но она правда особенная. И всегда, когда она рядом, я чувствую больше уверенность в себе и больше уверенность в том, что я делаю, в том, что меня ждет, потому что я знаю, что вместе мы все сможем. Замуж за мужчину моей мечты. Извините. Извините. Мне тяжело. Много чувств, эмоций. Все.